Привет! И у меня сегодня снова видео про сквиши. Сегодня мы распакуем две вот таких коробочки. Начнем с вот этой. О, вот тут вот у нас находятся разные сквиши. Вот такое вот мороженое очень красивое. Вот это вот оно такое пластиковое и это мягкое, очень классно. Есть вот такое. Есть вот такое. Тут такое вот. Точно повторяющееся. Есть вот такой смайлик. Такой смайлик. Вот такой вот. А есть два хлебушка. Даже три. Такой пончик красивый. Такой пончик. Такое. Такие вот одинаковые. Еще вот такая розовая яркая очень. Еще такой вот розовенький пончик. У нас уже получается гора из сквиши. Такой котенок. И такой. Надо убрать. Следующая коробочка. Эта коробка у нас уже какая-то заклеенная. О! Все. Тут у нас много повторяющихся, но что-то у нас есть и не повторяющихся. Такая вот есть повторяющаяся. Такой батон. Такой как бы киндер, можно сказать. Такие вот снова. Снова. Кто-то такой на котенка похож. Такой же опять. И вот опять тоже кто-то такой. И такой. Дальше у нас есть такой картон. И тут у нас практически все повторяющиеся, кроме вот этого. И, наверное, вот этого. Такого еще не было. Такого вот не было. И вот такого вот тоже не было. Вот такие вот сквиши. Еще есть мороженки, большие такие. Давайте откроем какой-нибудь. Вот он такой вот мягкий. Ой, так приятно. Давайте, наверное, еще какой-нибудь откроем такой. Вот такой вот можно открыть. Вот, этот даже мягче. Булочка. Давайте какой-нибудь откроем. Хлебушек давайте. Вот, хлебушек тоже очень мягкий. Вот, такие такие классные. Вот. Всем пока! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.